Всем привет, друзья! Так, и сегодня у нас что-то странное в деревне происходит. Что-то вот я смотрю, жители. Да, жители наши стали пропадать по одному из деревни. Поэтому они что-то стали в моем доме прятаться еще. Поэтому я предлагаю вам сегодня попробовать поискать жителей. Куда они пропали, может быть, они где-то гулять пошли в лесу, грибы, цветочки собирают. А может, и на них напали зомби и съели их. Да, может быть, и такое. Ну ладно, сейчас я смотрю, наверное, на улице вечер. Сейчас, давайте. Выйдем на улицу. И посмотрим. Хотя, ладно. Так. Жители пошли бы вон с моего их хаты. Да, вот уже на улице тепло, поэтому я предлагаю пойти поспать. И с утра начать поиски жителей. Спокойной ночи, друзья. Пока. Ну это же и утро настало. Так, что ж. Да что ж это такое? Досада. Так, ладно, давайте возьмем оружие. Не будем отвлекаться на этот беспорядок, то когда-нибудь потом. Наведу порядок, так давайте себе два меча возьмем на всякий случай. Возьмем их. Интересно. Не действует, ладно, хрен с ним. Так, давайте их. Да ядрить колотить. Вот собака. Так, на всякий случай взяли себе этого. Так, сюда запихнем обратно. Так, ладно, все, пошлите искать, собственно, жителей. Будем искать всякие зацепки. Катерина, давай же с вас в этот тупой проход. Вот пидорский проход. 3 часа из него вылазил. Вот так ладно. Так, жители, стой, подожди. А, ты не знаешь, куда случайно жители исчезают? Хм, откуда мне знать, куда они исчезают? Ладно, ясно, спасибо за информацию. Так, надо у моего другого жителя спросить. О, дружбан, привет. Слушай, ты не знаешь, куда жители исчезают? Я вот слышу, что куда-то... пошли со мной, я тебе покажу. Ну окей. Вот, иди сюда. Так, куда ж мы идем? Конечно, за вокруг дома водить думал. Вот, слушай, они куда-то в лес уходят, а потом попадают. Да, в лес, ты уверен? Ну ладно, я пойду в лес. А, странный какой-то мой друг. Житель, да, вообще жители какие-то иногда были странные. Вроде начинают разговаривать, потом куда-то уходят. Короче, посрать на них. Лес, куда же они в лес? Лес. О, какое большое дерево. Какие-то и большое, и странное. Где-то оно какое-то непонятное. Смотрите, куска вот дерева не хватает. Ладно, хрен с ним. Странный какой-то дом. Что-то с ним... А, это тот дом, который строил житель. Ну что-то... Он мне не нравится. Какой-то он такой страшный стал. Пошлите, что ли, в нем посмотрим. А вдруг они зашли такие в гости и все поисчезали. Такие гадости тут ходят всякие. А ну иди сюда. Сейчас я тебя буду уничтожать. Ой, я и так делал. Я их сделал только больше. А ну всех сраку, блядь. Сейчас включу себе мирный режим, но вы все исчезнете. Так, ладно. Что-то мне не нравится. Так, так, так. Стоп, а что это такое? Это что? Кровь? Ой, нет, друзья, не-не-не-не-не-не, я туда не пойду. Хотя... Надо сходить. Я пообещал, что я жителей найду. Что ж. Поэтому я пойду их и найду.
Ох, как бы я не боялся в этот дом заходить. Что ж, надо так. Ой-ой-ой, зря я сюда зашел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так, что ж это у нас так? Такое что-то творится в этом доме. Не-не-не-не-не-не-не. Пусть эти жители сами ищут этого жителя, жителей этих пропавших. Ладно. Все-таки я игрок, кто им еще поможет, а то так все жители поисчезают. Так, ладно, берем меч. Заходим. И... Ууу, как жутко. Какие-то черепа лежат. Хотя, ну... Ничего не особенного, куда могли жители пропасть. В сундуке ничего нету, хотя стоп. Под сундуком, кажется, что-то есть. Опачки. Ой, господи, ой-ой-ой, там зомби. Выходим отсюда. О, не, да не спущусь. А, ладно. Что это такое? Что такое, друзья? Да мы с вами телепортируемся. Ой-ой-ой. Что такое? Ой-ой-ой. Страшно. Страшнее. О, жители, что тут у вас происходит? Привет, Васёк. Слушай, нас с жителями тут закрыли. И это, как-то мы сюда попали, случайно, да. Нас закрыли здесь, в этой штуке, и не выпускают. Я единственный, кому удалось выбраться. Пожалуйста, помоги, спаси моих друзей, жителей. Пожалуйста. Ну и хорошо, я пробую спасти жителей из ваших. Господи, жители, что с вами случилось? А, Васёк, помоги нам, Васёк, помоги! Ну что ж, для того я здесь, чтобы вам помочь. Ах ты, блин. Ну-ка, давайте-ка, ну-ка, ну-ка. Господи, что здесь страшный монстр? Страну иди сюда, иди сюда, иди отсюда. Фух, мы, кажется, его убили. Так, а ну-ка, надо еще одну, ну-ка. О, все, жители, вы свободны. Ну куда вы, дурачки, текаете? Вот, вот сюда вот давайте, наверное, заходим, чтобы нас телепортировало обратно. Жители! Кролик. Еще один. Прикольно. Вот сюда заходите, а ну давайте, давайте, за мной, за мной, за мной. Все, заходим, заходим, давайте сюда. О, опять это... Ой-ой-ой. Это страшный вид. Жуть. Ну все, жители, вы вышли. А ну, зомби, отстань от моих жителей. Отстань от... Куда зомби делся? Так, ладно. Что ж, мы, в принципе, спасли жителей. И, этот страшный дом надо будет потом разобрать. Чтобы больше жителей не исчезали. В принципе, вот, мы спасли с вами жителей, что еще надо. Ничего. Что-то надо устроиться где-то на работку, наверное, будем... Работать с фермером, будем убирать эти грядочки. Надо, так сказать, порядочек. Сажать пшеничку. Сажать морковочку, еще что-нибудь. Надо у мэра деревни спросить, не нужна ли им работа случайно. А я поработаю, мне денежки будут платить. Так, ладно, давайте все сундук сложим. Так, а что здесь мне, чтобы еще один тортик стоит? Да ну, мне тут не нужен, это лишний. Конечно, я люблю тортики, но не настолько. Давайте день включим. А то у нас тут что-то темно. Так, друзья, ну вот мы с вами и спасли сегодня жителей, которые пропадали в нашей деревне. Так что, теперь все у нас с жителями хорошо. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал.
Все, всем удачи, всем пока! Пока-пока!